Приветствую всех онлайн-зрителей. С вами я, Алексей Ершов, преподаватель ростовского филиала компании Альпари. Сегодня подведем итоги этой недели. Посмотрим, может быть, сегодня еще что-нибудь удастся сделать. Кредитное плечо уже снова вернулось обратно на те значения, с которых мы начинали до вот этой предвыборной гонки между американскими президентами, да, между Хиллари Клинтон и Дональдом Трампом. Вот, сейчас уже Трампа выбрали, все вроде успокоились более-менее. Вот, поэтому переходим уже к спокойной торговле. Я думаю, в понедельник уже более-менее участники крупные и средние определятся со своими взглядами на рынок, и уже более крупные медведи и быки начнут заходить на рынок. Вот, напоминаю, что если у вас есть желание поделиться своим мнением о том, куда пойдет рынок, то пишите в чат. Если в чат писать не можете, значит, вы забыли авторизоваться или забыли зарегистрироваться. Соответственно, исправляйте эту маленькую недоработку и присоединяйтесь к общему диалогу. Также, если хотите сообщить о своих результатах, я думаю, это будет интересно не только мне, но и другим участникам наших периодических встреч, особенно новичкам. Поэтому пишите сообщения, только пишите в пунктах, а не в долларах, потому что депозиты у всех разные. Построений будет очень много, это я обращаюсь в основном к начинающим. Не нужно их никаким образом запоминать и записывать. Я в конце дам ссылку, по которой скачаете уже настроенный профиль под MetaTrader. Вот здесь он будет отображаться как аналитика от Ершова. Включите и посмотрите то, что вам нужно. При желании потом возьмете и вернетесь обратно. Вот, теперь давайте пройдемся по основным инструментам, посмотрим, может быть, что-то сегодня удастся урвать. Вот, а я перехожу обратно на рабочий стол, исчезаю с экрана, чтобы не загромождать место. Как там у нас со связью? Так, вот вижу уже Сергей, Виктория, Екатерина присоединились, Галина, замечательно. Так, начинаем с индекса доллара. Ну, вот уже появляется первая медвежья свечка о том, что индекс будет падать, но помним, да, что он в целом может до 99.50 вырасти. Там расхождение очень незначительное между показания на ICE и на расчетных значениях, там буквально несколько пунктов. Вот, в целом ждем того, что индекс доллара ожидает падение, хотя бы небольшое, где-то к 97.60. Но время на то, чтобы это сделать, у него более чем достаточно. То есть у него вот такой промежуток времени на то, чтобы это сделать. То есть до 9.12.2016. То есть падение может быть очень-очень-очень медленным. То есть вот таким вот пилообразным движением он может, в принципе, вот так вот идти вниз. Все зависит еще от того, какие будут новости выходить. Поэтому надо будет принимать решения уже по обстоятельствам. И, скорее всего, какие-то решения будем принимать уже в понедельник. Сегодня главное закрыть именно те сделки, которые уже открыты, если вы торгуете только в рамках одной недели. Если долгосрочно, то правильно переставить стоп-лоссы для того, чтобы перевести сделки на следующую неделю. Итак, DXY на более маленьких таймфреймах. Я вот здесь вчера, когда с ростовскими мы беседовали, вот, выделили просто зону консолидации DXY, которую он в последнее время делал. Вот именно сейчас он как раз от нее и отбился. То есть он подходил к максимуму, который он достигал в октябре, фактически вплотную. Это 99 ровно, ну там с маленьким хвостиком. Да, в результате пробить не смог. Плюс сделал фактически двойной дивер вот здесь. Видим, да? Вот. Потом после дивера он, скорее всего, попробует сходить еще раз наверх, иначе просто так никогда не бывает, да? Но вот, допустим, он вот так отойдет вниз, хотя бы немножко вверх ему нужно будет сходить для того, чтобы начать падать, потому что просто так без падающих максимумов падение не начинается никогда. Вот, поэтому 98-65 наверняка попробует пощупать или немножко выше. Потом получается неудавшийся размах и, соответственно, может пробовать идти на 97-84.
Но вот так, чтобы прям взять и вот так вот с лету уйти вот сюда, это маловероятный вариант развития событий. Но именно сейчас больше все-таки смотрят на то, чтобы хотя бы немножко скорректировать вот такой зверский рост, хотя бы немножко сходить вниз. Но именно импульс, коррекция, импульс, скорее всего, это будет именно так. Так, вижу еще присоединяются новые зрители. Андрей, Олег, Михаил, Антон, Александр. Приветствую всех, кто подключился. Так, переходим на более маленькие колебания на часовой график. Сейчас как раз временной уровень, который мало чего нам сейчас сможет дать, по большому счету. Самое главное, что мы должны здесь увидеть, мы не должны увидеть здесь минимум. То есть, если минимума в течение 2 часов не будет, значит, он все-таки действительно сходит вниз, либо к 98.28, либо к 97.88. Вот, вряд ли дальше. И потом хотя бы немножко скорректируется наверх. Соответственно, точно так же, если доллар будет ослабевать, значит, это еврика с фунтом может немножко приподнять, тоже на коррекциях сделать, и золото тоже чуть-чуть скорректироваться может наверх. Вот, о каких-то глобальных там зверских движениях мы не говорим в пятницу, да, просто о движениях внутри дня, которые вот интрадейщики, скальперы могут, в принципе, потом похватать в течение суток. Так, дальше. Сегодня в США выходной день, день ветерана. По всей видимости, рынок будет вялый. Ну, поэтому, собственно, и речь идет о том, что колебания какие-нибудь внутридневные маленькие ожидаются. Чего-то такого грандиозного, сверх необычного пока что не ожидается. Вот. По еврику на днях неинтересно, на часах. Ну вот последнее пробитие вчера у нас было, и модель больше вот это не актуальна. Давайте ее тоже сделаем пунктиром. Сигнал хоть и был один, возможно, даже кто-то успел его забрать, да? Сколько там было этого движения? Там 48 пунктов. Ну, где-то 30, соответственно, можно было забрать. Сигнал сгенерировался вот здесь. Осциллятор был не против, и буквально через некоторое время получился двойной дивер, да, вот здесь. Так что, кто заходил, я думаю, буквально несколько часов всего сделки простояли. Вот, и больше углы нам здесь не помощники. Сидим, ждем, когда появится более мощный экстремум. Так, назад. Для того, чтобы построить новую модель. Пока пользуемся исключительно классическим техническим анализом, потому что сейчас, вот исходя из последних событий с 24 октября, непонятно, куда он хочет идти. То есть ему нужно нарисовать либо какой-нибудь такой небольшой рост, как раз при падении DXY он будет, и потом продолжить падение, потому что на днях у евро перспектива на низ все-таки остается. И тогда у нас падающий максимум, падающий минимум, классика снова работает, и мы снова даже можем на основании этого построить новую модель. Пока данных нет, Таш, что же такое? Пока данных нет, будем пользоваться только классикой. Ну, квадраты никто не отменял. Так, дальше присоединился Павел. Что вчера случилось с фунтом? Почему такой рост? Так, ну до фунта сейчас дойдем буквально сразу. Так, и еще Александр к нам присоединился. Так, фунт стерлингов. Вот, вчера сгенерировался сигнал на покупку. Вот здесь осциллятор был не против. Да, то есть вот пробитие одного из углов, это 1.1, насколько я помню, перенесенный, да, вот он, верно. Фунт продолжает замедляться, то есть вполне штатная ситуация. Единственное, что ожидалось, что он где-то вот тут заглохнет, да, просто по технике, да, вот где-то здесь, он немножко дальше убежал. Я так понимаю, что фунтика поймать успели. Вот здесь вот был сигнал о выходе. Вот он.
Получается, где-то 90 пунктов можно было забрать. Кто забрал, пишите в чат. Было бы интересно узнать, кто плюсы насобирал. Переносим углы и все делаем точно так же, как делали вчера. Ничего не меняется, меняются только точки, к которым мы ставим углы. Так, вижу сообщение, вот Павел пишет, плюс 160 и плюс 130 пунктов пока по фунту. Ну, не забывайте передвигать стоп-лоссы на всякий случай. Так. Михаил еще пишет, причем фунт без коррекции летел наверх. Ну, собственно, коррекция только вот последние 11 часов идет. А так выстрел был достаточно сильный. Так, Ирина тоже пишет, забрала фунт 90 пунктов. Дальше Александр, фунт плюс 84 пункта. Так, ну смотрю, достаточно много народу насобирало, плюс прекрасно. Вот. Как видите, у фунта, если бы мы модель не рисовали, да, то у него начинает вырисовываться такой боковичок. Вот. Но ввиду того, что у нас есть хоть и старая, но еще работающая модель, боковичок вырисовывать не станет. Потому что он и так хватило времени, что он нам здесь еще нервишки попортил после вот этого выстрела резкого вниз. Четверг это был, кажется, я не помню уже точно какой день. Так что работаем как обычно. Пробивает наверх, так же как вчера, значит идем наверх. Пробивает вниз, идем вниз. Но так как DXY, возможно, немножечко сегодня опустится, то, соответственно, протащит, скорее всего, котировку с фунтом наверх. Швейцарец. Был сигнал, ну такой достаточно слабенький, вполне возможно, что проигнорировали его. Вот. То есть вот здесь вот сигнал на вход и практически сразу дивер. То есть там, если взяли, там буквально кот наплакал этой прибыли. Там. Если совсем консервативно смотреть, то забрали там буквально пунктов 5-10. Ну, совсем смешно. Те, кто агрессивно работал, то взяли, ну, может быть, пунктов 40. Вряд ли больше. Подошли фактически идеально к 1-2, то есть к углу замедления. Пробивать не стали, значит модель пока что не обновляется. То есть работаем в рамках старой разметки. Переносим угол 1 вот сюда. Здесь минимум уже образован. Соответственно, переносим вот сюда. И сидим, ждем, как дальше развиваются события. Если доллар станет чуть-чуть слабее, там речь идет о совсем маленьких изменениях, потому что торгов сегодня будет поменьше, то, соответственно, немножко может просесть котировка со швейцарцем. Так, следующая японка. Пошла снова на ускорение. Здесь в 11 часов после аналитики сделала сигнал, но сигнал с повышенным риском. Не знаю, использовали его или нет. Те, кто становились по иене, я помню, еще тут снизу, вам, естественно, было абсолютно все равно, какие риски были на этом сигнале, стояли дальше. Вот. Потом, после этого, получился двойной дивер, и вот сейчас он находится, этот инструмент, в откате. Это, в принципе, вполне нормально, но учтите, для иены перспективы еще там высоко в небесах, по сути, находятся. Сейчас вот на любимый угол еще посмотрим. Сразу же, как бы, чтобы потом не забыл. То есть сейчас она может немножко вернуться вниз, там вплоть до того, как что коснуться 2.1. Это для нее будет абсолютно нормально, даже если она вот к этому минимуму сходит, перспективы роста вообще никак не отменяются. Поэтому те, кто вот тут с самого тут донышка стоит, вам, в принципе, выходить не вариант. Давайте для тех, кто вне рынка, углы переносим. Вот. Если пробивает нижний, то 10 раз подумать, прежде чем входить. Почему? Потому что рядом стоит перенесенный 1.1 и ускоренный 2.1. То есть, если входить, то только чтобы свечка пробила сразу два угла. Вот так. Если сразу два не пробивает, то лучше вообще проигнорировать эту сделку.
А почему говорю, что перспектива еще далеко не выработана по иене? Потому что вот если посмотреть вот сюда, какая-то коррекция здесь, конечно, может быть. Там вплоть до, может быть, 105 она может сходить вниз. Это нормально будет для нее. Вот, то следующей цели она не взяла как минимум 107-318 и еще 106, не 108-648, вот этот вот уровень. То есть от текущей цены еще где-то 200 пунктов, это как минимум где-то к 13 ноября к 19 часам она может сходить. Если она будет идти с откатом, да, то время переносим на 17-11, на 4 часа ночи. Ну, разметка у вас это у всех есть, вот, поэтому можно ей пользоваться до тех пор, пока синхронность будет сохраняться. По ценам синхронность очень хорошая, поэтому поводов сомневаться в ней у нас пока что даже малейших нет. Так, а я возвращаюсь на старый график. Вот, с японкой, я думаю, ясно. Так, сейчас посмотрим, что у нас в чате появилось. Так, дальше. Вчера было наоборот. Рост индекса доллара и рост фунта. Но вот периодически такие аномалии тоже замечал. Бывает. Я думаю, что все-таки это связано вот с накаленной вот этой политической обстановкой. Пока еще не все свыклись с тем, что Трамп победил. Поэтому крупные инвесторы наверняка переводили одни активы в другие. И за счет этого вот эти вот колебания туда-сюда были, которые сложно именно техникой объяснить. Так, Александр пишет, франк плюс 11 пунктов. Отлично. Дальше Сергей пишет, японку взял 160 пунктов. Павел пишет, по японке закрыл пол ордера, остаток пока 420 пунктов. Да, очень хороший результат. Так, и еще Андрей тоже иену 100 пунктов поймал. Отлично. Дальше. Австралиец. Австралиец, кто пользовался каналом с зоной условного касания, тот вчера как минимум одну сделку хорошо забрал. Давайте продлим его пока. Для тех, кто не пользуется им, на всякий случай, чуть-чуть напомню правила работы. Вот свечка воткнулась в зону условного касания. Здесь buy stop, здесь sell stop. Вышел вниз. Вот здесь на середине забрали. Особо жадные могут посидеть подольше, потом выйти по покупаем. Соответственно, вот здесь. То есть кто-то вышел на середине вот тут, кто-то вышел, получается, вот здесь. То есть либо 130 пунктов прибыли, либо 57 пунктов прибыли. Ну, если пользовались, естественно. Если не пользовались, то тут как бы никто никого не принуждает. Потом, по сути, он опять же застрял в зоне условного касания, да? Вот, здесь был сигнал на продажу, продажа была запрещена осциллятором, даже если вошли, тут же выскакиваем с таких сделок. Вот, потом одна покупка с выбитым стопом, и вот сейчас снова говорит о том, что пойдем наверх. Ну, вот посмотрим, как будет развиваться дальше эти события. Так, дальше еще вижу сообщения появились. Екатерина пишет, в том-то и дело, что фунт вчера был в прямой корреляции с DXY, тогда как должно быть наоборот, вполне вероятно, что фунт вчера входил большой покупатель, поэтому и поднял его. Тогда вопрос, зачем? Видимо, не видать нам больше минимумов по фунту на прежних уровнях. Дальше сообщение от Михаила. Иена на Chicago Mercantile Exchange уперлась в уровень контрактов 106,9. Стою с этого уровня в продажу стоп в безубытке. Ну, если речь идет о сделке в рамках, там, может быть, нескольких дней или недели, то это абсолютно не противоречит тому, что я говорил. Расчет делался именно в перспективе до конца года. То, что я показывал.
Так, а вот уровень надо нанести. Под Чикаго то, что сейчас сказал Михаил, 106,9. Заодно посмотрите, 105,26 еще актуален или нет. Чтоб если что, я его убрал. 106,9. Вот. А насчет небольшого отката назад речь уже шла. Так, еще сообщения появились в чате. Так, Павел пишет, всем доброго дня. По фунту вчера взял 100 пунктов и кросс евро фунт 100 пунктов. Вчера был предсказуем рост фунта, поднял по кроссу, есть скриншот. Ну, лучше скриншот с обычным фунтом. Так. Еще сообщение от Сергея. Трамп пригласил Терезу Мэй в гости, сказал надеяться на сотрудничество и рост товарооборота в связи с выходом CES. Дальше сообщение от Павла по иене. Мне кажется, что уже коррекция. И сейчас вверх уже будет сложно дальше двигать. Глобальный график для обсуждения. Так, вот давайте посмотрим. Это, я так понимаю, график за месяц. Не совсем понятно, почему именно с этого бара начали рисовать линию. Вот. Но в целом иена у меня получается по целям еще даже выше в перспективе. То, что периодические коррекции у нее могут произойти как раз из-за того, что она вот конкретно в вашу линию уперлась. Подобное рассуждение тоже допустимо. Вот. Но если сейчас поднимем расчет именно до конца года, то после серии небольших откатов перспектива наверх у нее все равно остается. Но как раз потом еще к этому вопросу вернемся. В любом случае, спасибо за мнение. Так. Еще сообщение о новостях, но это как раз каждый самостоятельно откроет. Так, о сделках вроде бы больше других постов пока не было. Так, австралийца разобрали, новозеландец. Новозеландец вчера пошел вниз, идеально стукнулся в 1.1. То есть произошла очередная синхронизация времени и цены, по сути, за ручки взялись. Помню, были те, кто еще... Тут с макушки на новозеландцы становились на продажу. Наверняка уже начали прибыль фиксировать, потому что здесь уже даже в краткосрочном режиме размах рисуется. Да? Посмотрим сейчас, вот если в ближайшие 2 часа пробьет, может он наверх как раз сходит. Вот. Здесь получается вот был сигнал, но этот сигнал осциллятор запретил тем, что движение скоро закончится. Ну и собственно... Через час оно реально закончилось. Поэтому в основном денег срубили те, кто остановились еще с макушек. Вот. Теперь переносим значения. Здесь фактически 1.1 и перенесенные 1.1 практически совпадают. Вот. И пока что ни вверх, ни вниз сигнала, соответственно, нет. Вот. Канадец. Насколько я помню, там у нас по новостям что-то по Канаде сегодня должно было быть. Выступление главы Банка Канады через 9 часов будет. Поэтому любителям канадца стоит сегодня быть повнимательнее. Вчера, помню, обсуждали момент потенциального роста уже вечером перед концом работы с ростовскими, но у многих выбило без убытки. Вот, канадца не поймали. Если есть те, кто сейчас присутствует на семинаре, те, у кого все-таки получилось, было бы интересно это услышать. Вот, а у нас сейчас есть новый максимум, есть новый минимум, и рассуждения полностью идентичны тем, которые были до этого. То есть пробивает вниз, идем вниз, пробивает вверх, идем вверх. Но если доллар чуть слабинку даст, то, соответственно, пойдет вниз. Но не забываем про то, что
будет через 9 часов. Так, Еврик, теперь разметку по квадратам смотрим. Так, вижу, вот еще Александр пишет, новозеландца 22 пункта забрал. Прекрасно. Еврик остановился на 1.08.865. Практически все время сидел, еще доджики, бумажные зонтики рисовал, никак пробить не смог. Так что вполне возможно, что мы увидим с вами коррекцию наверх на 1.09.47 и на 1.09.959, на какой-то из вот этих. То есть какое-нибудь небольшое движение, или 39 пунктов, или 80 пунктов. Вот, какое-то одно из двух. На 15 минутках расчет тоже есть, уже даже проверено, что одно время отработалось уже достаточно четко. Сейчас как раз, смотрите, третье касание идет в рамках там 15 или 30 минут, может быть, маленький отскок наверх, чтобы он как раз набрал скорость, и потом будет попытка ударить вверх на небольшое расстояние. Поэтому скальперы, может быть, войдут и в ту сторону. Сначала вниз, потом вверх. То есть здесь буквально речь идет, вот, может быть 12, может быть 20 пунктов вниз сначала. В течение, может быть, пока я аналитику рассказываю, как раз уже все и произойдет. Вот. Или еще минут 15-20 после нее. И потом уже больше перспективы именно наверх. Осциллятор уже показывает, что скоро эта лавочка с падением закроется. Вот. Но я думаю, на 15 минут, как сейчас, не так интересно в пятницу работать. Вот. Фунт. У фунта сейчас временной уровень, и он не смог преодолеть уровень 1.25.540. И это еще и третье касание, по сути. Так что какой-то небольшой откат по фунту мы, скорее всего, с вами все-таки увидим. Здесь мы смотрели, да, то, что он может вот так вот отойти сюда, да, и потом еще раз попробовать ударить наверх, так что здесь полностью согласуется с этим, да, то есть он может вот сюда отойти, или к 1000, то есть 1.25.036 или 24.701, и потом уже с нового захода ударить более сильно. Так, еще вижу, новозеландец 175 пунктов, отлично. Так, еще сообщение, вчера по фунту крупных показателей не было, и дельта сначала была за продавцами, все ждали снижения фунта, потом покупатели взяли верх над продавцами. Видимо, новость про Терезу Мэй стала главным триггером для роста фунта. Ну, вполне логичные рассуждения. Спасибо, Михаил, за ваш пост. Если еще есть желающие высказаться, опять же, буду рад услышать ваше сообщение. Так, значит, кто фунтом работает, внимательно ближайший час, вот этот час, там от него 17 минут осталось, да, и следующий. Там вполне внутри дня можно будет пробовать поработать. Так, сейчас тоже, собственно, уже выделился диапазон для текущих суток. Он тоже не смог преодолеть уровень расчетный 25.648, и тоже третье касание, и тоже в ограниченный промежуток времени, то есть где-то в ближайшие 5-15-минутных свечей он как раз может сходить вниз на не очень большое расстояние. То есть вот эта коррекция как раз может происходить. Так, Павел пишет, мы вроде единственная, кто про Трампа в открытую не высказывалась. Дальше Михаил, по фунту нижняя граница по Чикаго 1.23. Так, есть, стоит. Спасибо. Ну, по расчетам более активно нужно начинать на продажу после 25.121, когда он подтвердит, что он собирается более сильное движение делать. Так, на швейцарце. На швейцарце недавно пробили вот здесь вот 9 числа вверх уровень 97.543. Взяли основную цель и даже побежали дальше, тоже остановились на одном из расчетных значений. Сейчас ждем, если будет образован минимум, он попытается еще раз стукнуть в 98.984, там буквально там максимум пунктов 30. А потом все-таки ждем коррекцию.
То есть где-то в районе 98-067, это вот сюда. Каких-то там больших сильных движений особо не ждем. Так, дальше Павел пишет: по фунту считаю, разворот уже произошел, и теперь рассматриваем только покупки. Поддержка 1.2390 с целями до 1.3. Так, есть даже скрин. Сейчас давайте посмотрим. Так, ну вот вижу фиборазметка, Боллинджер. Вот, кстати говоря, даже по Боллинджеру видно, что хотя бы какой-нибудь маленький откат в виде там нескольких свечей у него, в принципе, допустим. Вот, о том, что перспективы для роста у него значительно больше пока, чем для падения, исходя из того, что есть. С этим спорить не буду, но то, что у него какой-то маленький откат будет, здесь все-таки вероятность достаточно высокая. Вот. И немножко, на мой взгляд, все-таки многовато. Линии как бы не запутались в таком количестве каналов. Ну, в принципе, здесь дело привычки. Так, в целом концепция ясна. Благодарю, Павел, за сообщение. Так, еще сообщение есть от Михаила. Так, понимаю, насчет предыдущего поста. Значит, она высказывалась, но в мягкой дипломатичной форме, в отличие от остальных, больше всех в своих высказываниях преуспел Франсуа Олланд. Так, еще сообщение: верхняя граница по фунту на Чикаго 1.3. Ну, здесь давайте вернемся на фунте. Посмотрим, насколько совпадает. Так, у меня дальше, чем 29-232, не установлены расчетные значения. Здесь 1.3 установлены. Так, прекрасно. Так, швейцарца посмотрели. Теперь японка. У нее вот сейчас временной уровень. Вот, если она сейчас пойдет вниз и преодолеет 106-379, то значит пойдет корректироваться на 105. 531 или на 104 854. Но это не значит, что иена глобально развернулась вниз, исходя из тех расчетов, которые есть сейчас. То есть мы уже с вами этот момент смотрели, то что она может скорректироваться вниз после такого зверского роста. Для нее это нормально, даже вот сюда как раз расчет, ну, чуть-чуть другие цифры, 104 994, а потом может снова хорошо ударить вверх. Поэтому здесь противоречий нет. Те, кто торгуют интрадей, могут в принципе взять и вниз, и вверх. Те, кто выжидает хорошего момента для более долгосрочной сделки, можно пропустить падение и потом с донышка заходить снова наверх. Австралиец на квадратах. Здесь он взял все цели, которые мы в понедельник обсуждали. Да, то есть он здесь пробил 76-476. Ждали его через один уровень на 75-777, вот он это уже сделал. Плюс здесь уже как раз был молоточек, да, который говорил о том, что скорее всего в ближайшие пару свечей рынок оттолкнется и пойдет наверх. Что он собственно сейчас и делает. Что делать дальше? Дальше ждем, войдет он опять в зону или не зайдет. Так как австралиец особо сильно не радовал за последнюю неделю, да и, собственно, за последний месяц, наверное, его в пятницу, если вы уже все сделки закрыли, лучше, наверное, и не трогать. Новозеландец. Новозеландец — идеальный разворот по времени и по цене. Что-то вот в последнее время их достаточно много стало, да, вот в таких случаях. Сейчас идет наверх. Коррекция, если она остановится на 72-351, может начаться боковичок. А если он зайдет выше и в 17 часов не начнет падать, то, скорее всего, рост продолжится, и он может дойти до 72-771 или даже на 73-087. То есть основной момент, когда мы за ним будем смотреть, это вот этот промежуток по времени, который как раз будет определять, возникнет в то время максимум или не возникнет. То есть если будет такая же вот картина, как
предыдущим минимумом, да, то он может вот так вот сюда стукнуть и снова развернуться дальше, и потом вот такая вот змея пойдет. Если же он время преодолевает и на времени не останавливается, то он пойдет уже к следующей цели, потому что времен других расчетных на этой неделе у нас уже по нем банально нет. Канадец. Жалко, что было так рано. Было третье касание расчетного уровня, да, то есть, в принципе, вот, если бы кто не спал, то вот тут в 5 часов утра по метатрейдеру можно было бы зайти в продажу по канадцу, уже бы были пунктов на 30 плюсе, но уже смысла на истории умничать нет, да, то есть он так и не смог взять основную цель наверх, это 35 725. Промежуточную уже третий раз бьет, 34 971, ну никак у него не получается это сделать. Вот, возможно, у него осталось вот еще одно время, это 10 часов 40 минут сегодняшних, то есть он может вот так вот подойти, и если как раз он развернется, нарисует фрактал, будет отличный сигнал, потому что будет и время, и цена сразу. Может быть, тогда с четвертого захода он это сделает. Поэтому, в принципе, по канадцу перспектива на один, как минимум, хороший сигнал сегодня все еще остается. Золото. Золото даже на днях слегка гэпнулось, так что мы можем в понедельник с вами харами даже увидеть. И может после этого оно как раз и начнет дальше двигаться наверх. Вчера немножко тоже тем, кто торгует внутри дня, нервы порасшатывало, но это лучше видеть все-таки на часовом и 15-минутном графике. Опять же, начинается идеальный разворот по времени. 1253.20, хотя изначальная цель была 1267.767, то есть он прошел даже больше, чем ожидалось. То есть ждали его после пробития 1289.614 вниз через один уровень, то есть на вот такое расстояние он прошел в полтора раза больше этот инструмент. Ну, золото достаточно коварное в последнее время, поэтому нужно за ним следить максимально внимательно. То есть сейчас он идет наверх, и нужно смотреть, как он будет вести себя у 1267-767. Если пробивает, то постарается вернуться в заданный диапазон, с которого он начинал неделю. Если же нет, то он может ударить еще раз вниз до той цели, до которой он на этой неделе еще не доходил, до 1236.21. Очень важно именно, как будет вести себя доллар. Особо сильно он сегодня скакать не будет, по идее. Но, тем не менее, на DXY поглядывайте. То есть, если DXY подпросядет, да, то за счет этого золото приподнимется наверх. Плюс еще нужно смотреть, возможно, инвесторы начнут переводить активы в золото. Уже скоро у нас конец года, поэтому те, кто держит в фондовых инструментах, частично будут выводить средства на другие рынки. Это достаточно часто происходит, поэтому к этому мы, наверное, все-таки в декабре вернемся. Сейчас еще рановато об этом обсуждать. На 15 минутках уже есть четко выделенная граница. Остается только подождать, как он эту границу будет преодолевать. Вот. Если пробивает наверх, то цели 1273.67 и 1285.27. Вот. Но, исходя из того, что сегодня волатильности большой мы не ждем, пусть он хотя бы первую цель возьмет. Плюс ко всему, как видите по показаниям осциллятора, чего-то сверхсильного вверх мы не ждем. Он в лучшем случае просто тенью уколет его и потом вернется назад. Так, дальше. Еще вижу, появились сообщения. Так, пока внутренняя переписка. Так, еще вижу сообщение. В голде сработал отложенник. Пока плюс 106 пунктов.
Так, Андрей задает вопрос. Алексей, вы видите у золота перспективу вверх? Вижу, но не в краткосрочном режиме. Вот, то есть золото вполне может, давайте чуть назад вернемся сюда. То есть золото, скорее всего, расти будет все равно, но оно перед ростом может сначала сделать вот так. Почему пока каких-то таких грандиозных планов не строю? Потому что пока непонятно, как оно будет себя вести. То есть то ли оно сразу пойдет наверх, то ли оно откатится хорошенько вниз, вплоть до 1231. Плюс ко всему, у золота есть еще один коварный момент. Я его вчера показывал, но давайте на всякий случай напомню. То есть оно уже несколько раз подходит к линии и ни разу ее пока пробить не смогло, поэтому достаточного условия у нас нет. То есть посмотрите, оно все время к ней жмется на неделях, да? Кольнул, пробить не смог. То есть вот когда он ее пробьет, тогда я уже буду более спокойно относиться к этому вопросу, да? То есть она может вот так вот здесь погулять еще. Нам нужно увидеть для того, чтобы, ну, мне, по крайней мере, на душе спокойнее стало, чтобы он сделал вот такое движение. Здесь появилась какая-то свечка дневная, недельная точнее. Вот такая вот. И тогда уже можно думать о том, что он действительно начнет расти. Потому что золото это как раз один из тех инструментов, который растет фактически всегда в долгосрочной перспективе. Когда мы не смотрим там на месяц, на два, а когда смотрим в годах. Я в каком-то из семинаров вам показывал динамику за последние там, 200 с чем-то лет цены на золото. Но вот именно пока у нас есть необходимые признаки, а достаточных признаков нет. То есть у нас минимумы растут, максимумы растут, но более долго существующий тренд, который еще зародился в ноябре, он еще не ликвидирован на данный момент. Вот именно вот этот момент меня смущает. Так, дальше. Так, Олег пишет, не успел к началу, что сегодня с евро-долларом, ну тогда вернусь чуть позже к нему. Так. Теперь 15 минутки посмотрели. Серебро. Ну, по серебру все, собственно, точно так же, как вчера на днях. Все, ничего не поменялось. А вот на часах поинтереснее. Вот, то есть он, смотрите, снова подходит прямо сейчас к уровню 18776. Любителям серебра ближайшие 2 часа быть желательно у компа. Почему? У него один раз не получилось, второй раз не получилось. Мы знаем, что если с третьего раза не получается, почти всегда откатик бывает, хотя бы небольшой. Поэтому интрадейщикам вполне возможно здесь будет чем поживиться. Те, кто в долгосроке сидят, особо сильно вас это смущать не должно. Рубль. О, рубль засуетился немножко и, скорее всего, сейчас вернется в свой любимый диапазон. Слегка потерял немножко своих позиций, возвращается к 65. Но в целом, пока он ниже, чем 68, я думаю, сильно за него никто браться не будет. Интересных сделок на нем нет. А внутри дня смотреть неинтересно, потому что там спред большой. Вот здесь по нефти уже в понедельник сформируется минимум, и тогда можно будет перенести углы. Пока непонятно именно какая обстановка. Уровень 46.23 по-прежнему остается очень важным для нефти. Я его давайте даже выделю как наиболее жирный, чтобы в глаза бросался. Последнее время цена все время молотила в него, то есть чуть-чуть заходила за и тут же возвращалась назад.
Вполне возможно, что он будет и дальше играть ключевую роль. Если же он резко нефть станет более дешевой, то в дальнейшем придется пересчитывать, ну, как минимум, гулы. Иену посмотрели, швейцарец снова вернулся к 1-1 вчера. И сейчас вы видите показатель осциллятора, говорит о том, что будет остановка роста, и сейчас, скорее всего, начнется коррекция. На этой коррекции тоже можно будет, соответственно, подзаработать. Здесь мы об этом уже говорили, что какой-то небольшой вариант движения здесь может быть, но не очень существенный. Поэтому интрадейщикам можно, а те, кто торгуют на более длительный срок, наверное, уже под конец недели открывать сделки не стоит. Вот, сейчас давайте сохраню данные все. Потом отвечу как раз на вопросы, которые возникли. Так, еще вижу, появились мнения. Павел пишет, что Трамп нацелен на экономику Америки, для этого ему не нужен сильный доллар. С другой стороны, так, вроде все зачитал сообщение. Так, ну-ка, сохраняю. Так, 11.11 в 10 часов есть. Так, установка. Дневник трейдера. Разархивирую. И все. Есть. Сейчас закину на облако. Так, все готово. Кто смотрит на YouTube или ВКонтакте, сейчас этот повтор. Вот здесь ссылку сейчас поставите на паузу, перепишите. Вот, а те, кто смотрит онлайн, кидаю в чат. Напоминаю, если вдруг у кого-то не работают скрипты, не работает Ростов Информер или индикаторы перестали работать по какой-то причине, то вы, скорее всего, забыли обновить раздаточный материал. Ссылка у вас перед глазами, соответственно, переустанавливайте. Возникнут сложности с установкой, можете обратиться, позвонить в ростовский филиал, я, соответственно, помогу. Вот, а у меня на сегодня все. Если какие-то вопросы есть, то задавайте в чат. Я еще некоторое время понахожусь в трансляции, вот, в чате. И, собственно, встретимся уже в основном с новичками в 16 часов на базовом курсе. А всем остальным желаю успешно закрыть эту неделю
и хорошо отдохнуть на выходных. Неделя была достаточно напряженная, с очень высокой волатильностью. На следующей неделе уже встречаемся, рассчитываем новые квадраты и работаем уже в штатном режиме. Я думаю, там уже более-менее успокоятся все вот эти волнения, скандалы, интриги, расследования на рынке и так далее. Можно будет работать стандартно. Всем удачи и попутного тренда. До свидания.